na zapade rasi rich unikalni rodni ugalok. Эта самая крупная песчаная пересип в мире курская коса на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Курским заливом находится средство исключительной природной красоты. Мы решили поближе познакомиться с растительным и животным миром. Включились в работу проекта «Курская коса» в твой заповедный остров. Мы познакомились с историей образования курской косы, жизнью и бытом людей, населявших ее в разные времена. Делаем в школе тропу очищений. Она полезна для здоровья. Хождение босиком по природным материалам. Мы участвовали в квест-игре на экотропе Королевки Бодры. Ура! Заняли первое место среди школьников Калининградской области. В день рождения дарить подарки. Мы подарили пантомиму клоуны и картину Неринга. Посмотрите, какие красивые открытки о курской косе сделали ребята и стали лауреатами конкурса. Занятия на экотропе в любое время года интересны. В волшебном снежном лесу мы наблюдали следы животных на снегу. Поиграли в игры и оставили лакомство для птиц и зверей.
на тропе тревожная аллея. Мы узнали о животных, которые занесены в Красную книгу. На практической части занятия познакомились с коллекцией объектов животного мира Балтийского моря. Рассмотрели в микроскоп морские песчинки. Олимпиада – это повторение и закрепление материала, который мы изучаем в течение года в проекте «Курская коса. Твой заповедный отрав». Наша команда «Косуля» выполняла теоретические и практические задания на Олимпиаде. Проект еще не закончен. Впереди много интересных дел. Участие в конкурсах «Экологический десант» открытие в нашей школе тропы осушений, посещение орнитологической станции. Жизнь становится в 100 раз интересней, если проводишь ее в тесном знакомстве и сотрудничестве с природой.